Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро Золотой Зари. Сегодня мы рассмотрим такой расклад. Почему он молчит о своих чувствах? Так, смотрим. Почему же он у нас молчит? Итак, смотрим. Он сейчас принял решение такое кардинальное уйти в сторону. Он ждет от вас приятных известий. Очень много он работал, а сейчас он хочет прямо отдохнуть и от вас, и от работы, от всех. Он слушает свою интуицию, у него через эти отношения будет идти духовный рост, то есть вы ему для этого даны. Ему сейчас нужно преодолеть, скажем так, свои какие-то внутренние препятствия, перешагнуть на новый уровень отношений, потому что реально он испытывает к вам начало таких теплых чувств, начало любви, то есть у него это все появляется. Ему нужно определиться, вы та самая единственная или еще будут какие-то определенные соблазны. У него очень много планов и перспектив, ну, как бы на будущее, на далекое, связанное с вами. Но он очень подходит к интимным отношениям, скажем так, рационально, да, он думает. Он такой человек из достойной семьи, с достоинством. Он понимает, что нужно зарабатывать деньги для того, чтобы была такая женщина, как вы. А для этого нужно еще терпение и ожидание. То есть еще не те плоды, которые он готов собрать. Да, ему надо больше. И он ждет того периода, который, скажем так, поменяется худший период на лучший период. Потому что он очень много работал, да, уже за его спиной столько всего построенного. И ему надо двигаться дальше, а он сидит. Закрылся от вас, не пишет, не звонит, да, потому что он, скажем так, считает, что он пока материально не готов даже строить с вами просто отношения, не то что какие-то семейные. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.